Стоимость биткоина достигла очередного рекордного значения. Уже на следующий день после того, как его цена составила 10 тысяч долларов, она вновь поднялась, превысив отметку в 11 тысяч долларов. Увеличился курс и других криптовалют. За один эфириум дают 500 долларов, а за один дэш – 700 долларов. По словам экспертов, такой стремительный взлет цены биткоина можно объяснить притоком на крипторынок новых инвестиций, а также ожиданием скорого запуска на Чикагской товарной бирже фьючерсных контрактов на биткоин.